В те дни, когда юг Казахстана обычно приступал к весенним работам, на полях еще лежал снег. Поэтому механизаторы колхоза имени Свердлова Чимкентской области особенно тщательно отлаживали технику, чтобы провести сев в кратчайшие сроки. И когда наступили погожие дни, механизаторы вывели посевные агрегаты на поля. По 35 гектаров в смену засевал Александр Ананьев. На агрегатах работают лучшие сельщики, такие как Балтабай Доскараев, Гульмет и Шметов. Механизаторы колхоза взяли обязательство получить с каждого гектара по 25 центнеров зерна.